Всем привет, я Олеся Серегина, и это очередной выпуск рубрики «Loco People», в котором я познакомлю вас с еще одним игроком команды, талантливый молодой Максим Петров. О нем пока вы мало что знаете, но я попытаюсь его для вас раскрыть, показать как талантливого футболиста и полноценную сформировавшуюся личность. Поехали! Макс, ну как самочувствие после тренировки? Чувствуешь, отлично, что ты выложился максимально сегодня? Да, сегодня была короткая тренировка, но достаточно интенсивная, поэтому немного подустал. Слушай, ну ты же в твоей жизни тренировки очень много времени занимают в любом случае. И ты уделяешь какое-то особое внимание вопросам восстановления после них, чтобы успевать вот в себя приходить? Ну, конечно, это в детстве, наверное, там меньше восстанавливался, потому что особо не надо было. Мышцы и так восстанавливались быстро, потому что молодой. Сейчас уже, да, надо уделять время восстановлению, ванны холодные, баня, массажи, ну и витамины, которые доктор дает. А у тебя есть какие-нибудь свои фишечки, которые тебе помогают быстрее в себя приходить? У меня просто сон. Сон помогает. Сон-тема. Да, очень круто. После тренировки часика два прям круто. Слушай, а по поводу диеты, а у тебя есть какие-то ограничения или ты все ешь там как что хочешь? По поводу вот еды, то, что я сластеная, люблю сладкое. Ах, ты да. Любишь сахар, да, но, не но в течение недели, когда готовимся к играм, то вот я стараюсь убирать вообще сладкое. Даже в чай сахар, там в кофе сахар убираю. И после игры уже, да, в выходной день можно что-то съесть. В принципе, а фастфуд особо не прям желание теперь такое. Макдональдс ушел теперь. Ну, конечно, вообще теперь уже неинтересно. Слушай, вот ты говорил, что у тебя кумиры Роналду и Месси. Угу. А неоднократно. Было. Ты вот на опыт игроков мирового уровня как-то ориентируешься, опять же, по питанию, по восстановлению после тренировок, может быть, по самим тренировкам? Ну, конечно, я смотрю, вот как Криштиану, это, наверное, самый топ, который трудолюбивый очень, самый, наверное. Вот, конечно, я там, смотрю его и видео, и там всякие, что он в Инстаграм там показывает. Я где-то читала, что он первый приходит сюда на тренировку, последний уходит. Ты так же делаешь? Ну, не всегда так, так как добираться мне долго. Иногда получается, что не всегда первый прихожу. Ну, и не последний, самое главное. А ты говорил, что ходил на матч Локомотива, когда был маленький. Ты был на южной трибуне когда-нибудь? Это же вообще отдельный такой мир. На Южной был один раз, потому что нам от Академии выдавали билеты на Восточную, по-моему. Там просто где семейный сектор. Поспокойней. Вот. Да, но один раз мы с другом ходили на Южную трибуну. И там как было, тебе? Было очень весело, мы и кричали. У нас на следующий день просто горло все хрипло. А ты пришел туда просто неподготовленный или там, не знаю, какие-то паблики ВКонтакте, которые там какую-то программу делают? Ты изучал эту историю или ты вот просто пришел, покричал там вместе со всеми? Ну, вообще мы просто пришли, но мы знали достаточно кричалок, они простые. Ну, про Юрия Павловича, например, там, или просто какие-то самые простые? Простые знаю. Не буду сейчас вам. Ну давай. Я не буду, я сейчас. Потом на южную трибуну схожу. Насколько я знаю, у тебя была история в детстве со Спартаком. Ты болел за этот клуб, но потом каким-то образом оказался в Локомотиве, и вот с Локомотивом рос, и клуб больше не менял. Что там была за тема такая? Ну да, была история, то, что в 6-7 лет я особо не разбирался в футболе, и мы с братом болели за «Спартак». Не знаю, как мы это выбрали, но мы болели за «Спартак». Не родители, не в семье это было? У нас знакомый дядя был, он за «Спартак» очень болел, а мы с ним все время тоже в футбол играли. И плюс вот он нам «Спартак», и мы все за «Спартак» болеем. И получается так, что я хочу в футбол играть, меня мама отводит в «Локомотив», а у меня экипировка вся почти спартаковская была. Я прихожу туда,
ну, думает, ну ладно, там просмотр, пусть тренируется. И получается, я прошел отбор. Там большой, по-моему, да, много людей было. Да, у нас 30 человек было, вот, там троих взяли, и вот, и я вообще даже не знал. Ты такой довольный, я в Спартак. Что это Локомотив. Да, я думал, это Спартак, я рад был, и потом в итоге мне сказали, что это Локомотив, я такой, а как, а как тебе сказали? Ну, на следующий день, мне тренер же еще подошел, я на следующий день тоже в Спартаковском пришел, он мне принес, говорит, вот тебе на гетры другие, у меня спартаковские прям с эмблемой были. Говорят, на те гетры, другие. Я такой, понял, спасибо. А я, оказывается, Локомотив. А я, да. Ну и потом со временем все, я влюбился в клуб этот и остался. А как вот вообще играть с такой мощной поддержкой? Просто Локомотив достаточно редко проигрывает дома. И фанатская трибуна, я думаю, должна сильно помогать, да? Она мотивирует тебя? Конечно. На самом деле это очень круто при такой поддержке фанатов играть. Это мотивирует, вот ты слышишь, когда тебя прям гонят вперед, и у тебя еще прям больше сил появляется, и они вот, как говорят, 12-й игрок, вот, они очень помогают, на самом деле. Слушай, вот ты недавно достаточно вышел за основной состав ЛОК, это было в прошлом году, да, в сентябре. Ты помнишь этот день? Помнишь, что было перед матчем, ну и, собственно, сам матч? Помню, конечно, такое не забыть. Это было сначала за день, Марко, тогда еще тренер был, подошел, спросил, готов или я сказал, да. Он сказал, готовься, все, то, что завтра играешь. Ну и мы заселились в отель. Что, волнительно было? Что ты, когда он тебе сказал, у тебя что-нибудь там где-нибудь сжалось? Ну, конечно, да, за день до этого я переживал. Спалось тоже так себе. Но потом уже ближе к игре, уже волнение уходило потихоньку. И все, и готовился только к игре, и все. Ну, а во время самого матча какие были эмоции, помнишь? Ну вот, когда выходил на РЖД, получается, это, ну, я с детства здесь, и это была вот мечта моя. Я все время приходил маленький смотреть сюда, а тут я выхожу на поле, и я очень, ну, волновался, переживал. Но когда уже свисток раздался, пару касаний, и уже стало легче. Ты с собой доволен остался? Ну, я не люблю там оценивать себя, но думаю, да, достаточно хорошо для первого матча. Макс, давай сейчас чуть-чуть так поностальгируем. Мы уже говорили сегодня с тобой про детство, как ты, собственно, пришел в Академию Локомотива. Расскажи, вот ты когда в школе учился и там в начальных, может быть, классах, кем ты хотел стать? У тебя была какая-то мечта? Или ты прям сразу футбол? Ну, я думаю, у всех, у многих начинающих даже футболистов, которым нравится футбол, и они идут в футбольную команду какую-то, и всегда сразу мечта — это футболист, и у меня других не было. Не рассматривал другие виды спорта, просто сразу... Нет, виды спорта мне очень многие нравились, но стать только футболистом хотел. А занимался чем-то еще помимо футбола? Ну, плавал, рукопашным боем, хоккей с мячом. Все равно мяч, да, у тебя преобладает? Ну, поинтереснее мне казалось, хоккей с мячом достаточно интересно было. Ну и, в принципе, так все. А я, насколько знаю, мне тут рассказали по секрету, что ты частенько ходишь на матчи ЖФК. Ты за кем-то конкретным там следишь или тебе просто интересен женский футбол? Интересно, кто такой вопрос он сказал. Но, судя по всему, он был прав, судя по твоей реакции. Да, значит, кто-то меня сдал, ходил, да, и в этом году пару раз на матч. Девушка у меня футболистка. Играет вот. В женском Локомотиве? Нет, у меня подруги там играют. А мы просто пару раз вот сходил на матч. А она где играет? Секрет. Ты, значит, не все это секреты сегодня. В московском клубе. В московском Спартаке, я надеюсь. Ты закрыл свой детский гештальт таким образом? Нет. Нет, ну не расскажешь, да? Нет. А твои хобби, давай про них поговорим. Что тебе еще нравится помимо спорта? Я понимаю, времени не так много, но тем не менее... Время очень вот мало во время сезона. Один выходной максимум в неделю бывает. И то ты его хочешь просто отдохнуть, полежать, выспаться. Но когда отпуск, это, наверное, на рыбалку я люблю съездить. Сейчас можно будет в отпуске и на ночную даже съездить.
встать там в 3 утра, поехать спокойненько, уже в 4 разложиться. Это достаточно интересно для меня. Давай, твой самый большой улов, который когда-либо был. Ну, он недостаточно большой, конечно, но... Ну, из тех, что ты сумел. Я был очень, да, рад. Ну, тянул, как будто там 10 кг, наверное. Но это был карп на 2,7. А кто тебе показал рыбалку вообще? Наверное, мы папа? С дедом. А, с дедом. С дедом, да. Дед у нас рыбак. Он прям почти может каждый день ездить. Вот и мы с ним, он нас брал, мы с ним ездили. Потом в деревню поехали, там еще дедушка был. Вот, и мы с ним постоянно тоже ходили. Река Дон, там, вот там очень много рыбы. Сейчас, думаю, тоже в отпуске в деревню съездить на пару деньков. Класс. Как раз отпуск? Да. Да? Там сколько у вас дней? 3 недели. О, ну 3 недели можно много чего успеть. Конечно. Еще сгонять куда-нибудь. Вот знаешь, многие говорят, да, про тактику, сыгранность команды и так далее. Мне всегда интересно внутренняя вот атмосфера в команде, когда ты попадаешь, ну, по сути, в новый коллектив, в котором тебе нужно уживаться на поле, выполнять одну задачу. Вот ты попал когда в команду первый раз. Какое у тебя было ощущение от атмосферы внутри? Сначала, когда приходишь молодой, ну, особо ты там в сторонке, там... Но быстро приняли, так когда начал. Я уже на сборы, когда поехал, получается, сразу. А у меня быстро процесс адаптации прошел. И, в принципе, потом уже все, там, пару шуток, и все, уже нормально со всеми общался. И все нормально было. А вот был такое, что кто-то прям тебе хотел помочь, там, быстрее тебя подтянуть в коллектив, помогал больше остальных? Ну, все потихоньку, ну, по чуть-чуть помогали. Капитан нам, Гилерми, Бара, Рифат, все помогали потихоньку. И, ну и плюс там с молодыми, которые уже здесь были, это Сильянов был уже здесь, Худя. Вот с ними быстро вот я вошел в коллектив. Ты пока учился в академии, ты сталкивался с какими-нибудь трудностями? Может быть, что-то тебе там тяжелее давалось? Ну, наверное, очень тяжелых там трудностей не было в плане футбола. Но в плане дороги, наверное, мне очень тяжело. Ну вот я и после учебы сразу бежал домой, успевал там, у меня расписание было маршрутки, успевал еле как там на маршрутку. И на тренировку приезжал, после тренировки сразу домой, приезжал, наверное, 10 часов, и мне опять уроки делать. И вот это вот, наверное, из-за дороги мне было очень тяжело. Но... То, что мне очень сильно нравился футбол, мне было без разницы вообще на дорогу. Я в дороге делал уроки, учил стихи эти в маршрутках. Но то, что мне очень нравился футбол, поэтому все преодолевал. Как раз хотела спросить, ты же из Балашихи, я так понимаю, катаешься. Сейчас, наверное, тоже ездишь, да, оттуда? Да, сейчас езжу еще оттуда. Ну, много времени в дороге проводишь. Вот что ты сейчас делаешь? Сейчас стихи уже, наверное, не надо никакие учить. Там, может, ну, подкасты, да. Какие-то фильмы смотришь? Сейчас, наверное, утром, когда еду на тренировку, еще сонный, просто музыку и дремлю просто спокойненько. А, ну, наверное... Обратно, то да, и сериал могу посмотреть, и фильмы, но больше сериалы, конечно. А что смотришь из сериала? Сейчас «Эпидемия». Как тебе? Ну, прикольно. Советуешь? Прикольно, да. Советую. Посмотреть можно. Достаточно интересно. Слушай, а что ты слушаешь? Меломан. Почти все слушаю. Что понравится, то и слушаю. И русский, и не русский, и иностранный. Все слушаю, все, что понравится. Ну, наверное, любимый. Это Тифест. А так, ну, русских много достаточно слушаю. Давай про тренеров. Заур Хапов, Марвин Компер. Как тебе такое сочетание тренеров? Как тебе с ними работается? Достаточно интересное сочетание. Очень нравится работать. Это и опыт, и молодость. Наверное, вот от молодости больше как агрессия от Марвина, от Заура больше... Рассудительность, да, вот-вот. Вот, и очень приятно работать с такими тренерами, и, ну, Марвин и разговаривает, Заур тоже разговаривает с нами до тренировки, после объясняют. Это достаточно интересно, и мне нравится. А где нравится больше всего, на какой позиции? Полузащитник центральный все-таки, инсайд, поближе к нападению, в полузащите, в центре, это, наверное, то, что мне больше всего нравится. А какие вот твои профессиональные качества тебе помогают лучше раскрываться на этой позиции? Профессиональные качества мои, ну... Похвали себя. Я не люблю вот про себя говорить вот эти всякие
Сегодня мы говорим про тебя, извини, придется. Наверное, может быть, видение поля и в центре работа с мячом, то, что могу, наверное, взять на себя игру и создать момент какой-нибудь впереди, обыграть, ударить. Наверное, вот это. А как ты к матчам готовишься, настраиваешься именно психологически? Сейчас уже легче стало, потому что уже привык. Все равно волнение какое-то. Соперники разные. Каждый матч волнение – это 100%, но оно уходит быстро. И, ну, готовимся как заезд у нас в отель. В принципе, там больше отдыхать. И главное вот за питанием следить перед матчем. Это очень важно, чтобы не без было… Без сладкого? Без сладкого, это 100%. Чтобы тяжести никакой не было на игре. Легкий был. Как ты считаешь, ты добрый человек? Не могу, конечно, я про себя говорить так. Ну почему? Я считаю, что… Ну, животных любишь? Люблю, у меня есть кошечка. Кот? Кошка. Это кошка? Да. Давно? Да. Как зовут? Буся. Я вот накануне нашего интервью у себя в телеграм-канале написала, что мы с тобой будем общаться, и спросила у людей, есть ли какие-то к тебе вопросы. И увидела какой-то нереальный отклик, ты очень интересен. И мало еще про тебя что известно, но все точно знают, что ты молодой, амбициозный, талантливый, отучился в академию, пришел в основу, и многие молодые футболисты, которые еще не дошли до твоего уровня, хотят быть на тебя похожими. Ты можешь что-то пожелать ребятам или там посоветовать, чтобы у них тоже все получилось? Ну, я, конечно, еще не такой опытный футболист, еще мне расти даже до вот уровня вот основы, еще там я тут уже полгода. Больше, наверное, полгода, и еще надо прибавлять и прибавлять, но ребятам я пожелаю, наверное, трудолюбия, это трудиться больше, везение, конечно, в нашем деле везение тоже очень много решает, терпение, и, ну, я думаю, все у них получится. Спасибо тебе, вот такой вот скромный Максим Петров. И наша рубрика «Loco People». Спасибо тебе большое. Вам надеюсь, спасибо. Что вам тоже понравилось, и Максим раскрылся для вас, потому что достаточно мало про него было известно, но он был сегодня максимально откровенен. Если у вас есть какие-то пожелания по поводу ведения или дополнительных вопросов, всегда можете писать в комментариях и пишите обязательно, кого вы еще хотите увидеть в следующей рубрике «Loco People». Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.